Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как отремонтировать электрическую гирлянду, если она не работает. У меня есть электрическая гирлянда новогодняя марки ЕК-04, которая должна переливаться разными цветами и мигать. Но она вообще не подает признаков жизни и не включается. Сейчас мы ее проверим, подключим к электропитанию 220 вольт напряжение и проверим. При нажатии кнопки должны загораться разные режимы, но ничего не включается. Обычно может не работать какой-нибудь отдельный мост, но здесь не работают все. Значит, необходимо искать проблему в подводе электропитания к этой плате или в ее компонентах. Сначала необходимо добраться до платы управления этой гирлянды. Для этого аккуратно открываем корпус. Здесь есть маленькие защелочки, стараемся их не поломать. Аккуратненько поддеваем с четырех сторон. И открываем. Вот эта плата управления, она довольно простая. И здесь есть контактная группа, которую тоже необходимо открыть. Она приклеена на термоклей. Затем нужно будет так само все и вернуть в обратном порядке. Открываем крышку, которая фиксирует контакты. Здесь видно, что она приклеена на термоклей, поэтому мне пришлось ее слегка подрезать. И вот контактная группа перед нами. Как видите, один провод, который идет от электропитание оторван, поэтому здесь нет питания. А все остальные провода, которые идут на разные цепи гирлянды, все припаяны. Поэтому сейчас зачистим провод и припаяем его качественно на свое место. Хорошо залудим провод и припаяем его на свое место. Включаем ее в сеть и проверяем перед сборкой. Как видите, электрическая гирлянда заработала без проблем. Все хорошо включается. И теперь необходимо собрать плату управления обратно в свой корпус. Вначале закрываем верхнюю крышку. Вот она уже нажимается. И теперь необходимо взять термоклей, хорошо заклеить эти контакты, чтобы они больше не отрывались. И ставим на место крышку. Осталось подождать, пока застынет термоклей. После застывания термоклея окончательно проверим работу электрической гирлянды. Как видите, она работает во многих режимах. И все работает штатно. Контактная группа больше не повредится, потому что я ее качественно залил большим количеством термоклея. Вы были на канале Дело Мастера Боится, смотрели видео о том, как отремонтировать электрическую гирлянду, если она не включается. Пишите все замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, будьте с нами. Всем пока!